Здравствуйте, ребята! Начинаем с вами урок музыкальной грамоты. Итак, ну, прежде чем пойти дальше, я вам хочу напомнить, что мы с вами продолжаем изучать одну большую тему – балет, да? Но давайте-ка для начала с вами вспомним, что такое балет? Кто мне ответит? Что такое балет, Лера? Балет – это вид театрального искусства, который включает в себя классический танец. И? Второй вид танца. Характерный. Характерный, да? Да. Но если говорить точнее, то балет – это, конечно же, вид театрального искусства, в котором главным выразительным свойством является танец. Да? То есть в балете у нас не поют? Нет. Не говорят? Нет. Да? Вот. Совершенно верно. Хорошо. А кто мне скажет, где и когда зародился балет? Во Франции? Нет, не во Франции. В Италии? В эпоху Возрождения. Совершенно верно. В Италии в эпоху Возрождения. Хорошо. Но дальше, чтобы нам так вот с вами скучно не было вспоминать, мы будем вспоминать с помощью игры. Кто готов выйти? О, без рук. Давай, Валерия. Какая? Валерия Цыганкова. Вот, выходи к доске. Сейчас мы с вами поиграем. А во что? Сейчас, подождите секунду. Значит, смотрим сюда. Смотрим на нашу доску, и мы видим. У нас есть предложение, да? Но есть пропуски. И все, что нужно сделать, это правильно вставить слова, да? Работать мы с доской же умеем, да? То есть берем слово и отсюда. Читаем внимательно. Итак, поехали. Сюжет балета излагается в... Ой, думаем. В чем излагается сюжет балета? Кардебалет, что здесь, пантомима, падетруа, характерный, падете, вариация либретто. Сюжет балета излагается в... Тихо. Так. Есть ли ошибка? Да. Какая? Давай. Потому что сюжет балета излагается в либретто. Совершенно верно. В либретто. А-а-а. Вот оно, убираем сюда. Скорее. Так, либретто. Не отпускай, тащи. Вот так. Хорошо. Дальше. Основные два танца, которые входят в балет. Вот здесь будь внимательна. Стоп. Сначала верхнюю строчку читаешь, потом нижнюю. То есть первое слово выбираем из верхней строчки. Основные два танца. Сегодня их уже называли, да? То есть они прозвучали. Основные два танца, входящие в балет. Какой? Тащим. Так, и второй какой? Это пантомима, это кардебалет, дальше идет характерный. Вторая строчка. Второй надо. Нет. Так, ну ладно, проверяем. Хорошо, дальше. Жесты и мимика танцора. Все вместе это как называется? Жесты и мимика танцора. Это должна сказать нам Лера. Подумаем. Ну, Лер, смелее. Ну, бери. Так, дальше. Выступление трех танцоров. Три человека, когда мы видим на сцене. Как это называется? Видим? Три танцора. Выступление трех танцоров. Трех танцоров. Ну, ты у меня не спрашивай, это я у вас спрашиваю. Так, хорошо. Выступление одного танцора. Так. Ну правильно, вот оно слово. Так. Ошибки будем исправлять все вместе. Выступление двух танцоров. Убирай, значит, исправляй, раз увидела ошибку. Так. Выступление одного танцора. Ну хорошо, давай так. Группа танцоров как называется?
Когда танцует группа танцоров? То есть это... Проверяем ответы? Нет, не проверяем. Давайте так. Катя, готова исправить ошибки? Выходи. Лера, не уходим, стоим здесь. Катя, бери вторую ручку. Так, где у нас ошибка, Катя? Итак, вариация. Убираем ее вниз пока. Так. Совершенно верно. Два танца. Классический и характерный. Дальше. Еще где есть ошибка? Ну что, пожалуйста. Катя не знает дальше? Это да, хорошо, дайте. Да. Катя, садись. Давай, Ксюша, выходи. Так, выступление одного танцора, это не как-то Нет, здесь исправлено правильно. Одного танцора, у нас два слова есть в запасе, да? Так, ну и выступление танцора, группа танцоров, когда это как говорили. А вот теперь нажимаем проверить ответы. И вот теперь у нас получилось все верно. Хорошо, спасибо, девочки, садитесь. Садимся и продолжаем. Дальше. Вспомнили основные термины, да, касающиеся балета. И теперь давайте-ка с вами выясним, о чем же мы все-таки сегодня будем говорить на уроке. Смотрите. Посмотрите, у вас на партах лежат листочки. Если их внимательно рассмотреть, если посмотреть на них внимательно, можно прочитать некоторую информацию. Скорее. Что мы здесь видим? Что мы видим на этих листиках? Алина? Прям так и написано. Танец щелкунчик. Как вы вообще думаете, что это такое? Откройте, пожалуйста, посмотрите, что там внутри написано. Что это такое? Так, написано. А вот как вот это вот будет бумажка называться? Кто-то знает? Нет? Лера. Это программка. Это программка. Это программка балета. То есть, когда вы приходите в театр, да, на балет, допустим, вы можете приобрести вот такую программку. Как вы думаете, для чего ее можно приобрести, чтобы, Ксюша? Может, для того, чтобы узнать, во-первых, кто там действующие лица, да, и по какой последовательности будет. Совершенно верно. Помимо этого, мы видим, что на программке у нас идет напечатано, во-первых, название, да, того, что вы будете смотреть на сцене. Во-вторых, мы видим, что кто композитор, кто дирижер. Совершенно верно. То есть вся подробная информация о балете, да, предстоящем, то есть тот, который вы будете смотреть, допустим, находясь в театре, да. Но здесь вот на последней страничке пропечатан репертуар театра. Если вы обратили внимание, какого года программка? 1954 года. Совершенно верно. Вот даже цена прописана, да? Вот, вот такие программки продаются в театрах. Но здесь, Алина, тише. Чего здесь в программке нет, так это либретто. Обычно в программке печатают либретто, то есть сюжет балета, то, что вы будете смотреть на сцене, чтобы вы понимали, да, о чем пойдет речь в балете. Итак, кто-то готов мне сказать, что мы будем сегодня изучать на уроке? О чем мы будем сегодня с вами говорить? Так, о балете, о каком? Алина, да, совершенно верно. То есть сегодня мы с вами... вспомним сюжет балета «Щелкунчик», может быть, его кто-то из вас и знает, да? И познакомимся с некоторыми фрагментами из балета. Весь балет мы посмотреть не сможем, он очень длинный, нашего урока недостаточно для этого, поэтому только некоторые фрагменты. Кое-что запишем в тетрадь, да? Итак, а скажите, кто написал «Щелкунчика»? Музыку к «Щелкунчику» кто написал? Чайковский. А имя? Петр Ильич. Совершенно верно. Вот он у нас висит портрет, да? Петра Ильича Чайковского. Обратите внимание. Хорошо. Итак, «Щелкунчик» Чайковского. Пожалуй, это один из
известных и любимых русских балетов. Написать музыку Чайковскому предложил директор императорских театров князь Всеволожский. И либретто, кстати, сочинил Мариус Петипа. Он у нас все сзади. Портрет помним, да? Балетмейстер Мариус Петипа. По мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Совершенно верно, да. И либретто повествовало о приключениях девочки Клары, в сказке она Клара. Дальше, о сражении Щелкунчика с кем? С мышиным королем. О взрослении души. О приключениях в рождественскую ночь. Совершенно верно, да. Но у Чайковского не сразу все получалось с музыкой. Вообще он сам говорил о том, что получается какое-то все скучное и бессветное. И поэтому он обратился к директору императорских театров для того, чтобы отложить дату премьеры балета. Ему это удалось, тем более, что он уезжал в Нью-Йорк для открытия концертного зала Карнеги-Холл. И за это время, пока он был в объезде, к нему, скажем так, он смог, вернее, за это время написать музыку, и уже по возвращении дата премьеры была определена. Да? Итак, открыли тетрадочки, пожалуйста, свои, и записали следующее. В основе балета В основе балета лежит сказка «Щелкунчик и мышиный король». «Щелкунчик и мышиный король». В основе балета лежит сказка «Щелкунчик и мышиный король», запятая, которую написал Теодор Амадей Гофман. Теодор Амадей Гофман. Ждем. Либретто сочинил Мариус. Петипа. Такое имя? Имя фамилия. Мариус Петипа. Точка. Сочинил. Мариус Петипа. Балетмейстер. Балетмейстер. Балетмейстер вместе пишется. Хорошо. Балетмейстер. Лев Иванов. Точка. А кто такой балетмейстер, ребят? Это кто? Может,
просто написал песню к Щелкунчику. Разве? У нас самое Щелкунчики песни есть? Ой. Совершенно верно. То есть это постановщик танцев, да? Самого балета, да. Балетмейстер Лев Иванов. Так, и последнее предложение. Премьера балета. Премьера балета. Состоялась. Премьера балета состоялась 6 декабря 1892 года. 6 декабря 1892 года. В Мариинском, с большой буквы Мариинском, а в Мариинском театре, в Мариинском театре в Петербурге, точка, в Мариинском театре в Петербурге. Записали? Да. Хорошо. Итак, ну что ж, сейчас мы с вами начнем смотреть фрагменты. Обратите внимание, пожалуйста, смотрите. Когда начинается балет, у нас занавес закрыт, да? Но звучит музыка. И вот это вот вступление, которое звучит перед началом балета и которое подготавливает зрителя к тому, что будет происходить на сцене. Кто мне сможет сказать, как это вступление называется? Увертюра. Увертюра. Совершенно верно. Вот сейчас мы с вами как раз таки прямо фрагмент из балета «Увертюры» и посмотрим и послушаем. Да? Пожалуйста. Thank you.
оставлю на паузу. Скажите, пожалуйста, что вот это за человек? Кто это? Дирижер. Дирижер, совершенно верно. А какой оркестр у нас звучал? Духовный. Оркестр. Какой? Симфонический, конечно. Итак, скажите, пожалуйста, а какое настроение передала вот эта вот музыка? Веселый. Веселый, еще какое? Радостно. А еще какое? Игристое. Возможно. А еще? Атмосфера чего была? Праздничное настроение. Праздничное, потому что все когда происходило? Канун? Нового года, да? Совершенно верно. А Новый год это чей любимый праздник? Детей, конечно, детей. Детей, да. Скажите, а кто-то знает вообще сюжет Щелкунчика? Готов кто-то рассказать? Ну, с моей помощью, конечно. Что происходило? Ну, смелее. Алина. Ну, никто не готов? Лера. Лера знает? Не помните? Да. Не помните? Ну ладно, хорошо, тогда я это сделаю. Итак, праздник, да, канун Нового года. В доме Зильбергаузов собираются гости. Приглашено очень много гостей, да, вместе с детьми, да? Совершенно верно. А что происходит на празднике обычно? Детям раздают подарки, да? И появляется крестный Клары и Фрица Дроссельмейер, который дарит детям всевозможные куклы, куклы большие, да? И хозяин дома Зильбергаузов решил, что дети, возможно, сломают эти куклы, и поэтому приказал унести их в кабинет. И для того, чтобы дети не расстраивались, Дроссельмейер дарит им игрушку Щелкунчика. Но это не простая игрушка. Какая это игрушка была? Для чего она была предназначена? Совершенно верно. То есть с помощью ее щелкали орешки. И дети ссорятся, потому что Фриц вдруг стал расщелкивать самые большие орехи. Да. И у Щелкунчика сломалась челюсть. Он бросает игрушку, но Кларе становится его жаль, Щелкунчика, она его поднимает, да, и укладывает в кровать своей любимой куклы, закутывает его в одеяло. Праздник продолжается, веселье продолжается, гости все танцуют, и подходит время уже окончания праздника, детей отправляют спать, и гости разъезжаются по домам. Но Клара никак не хотела засыпать, она переживала за Щелкунчика, что он там один. Поэтому она встала и пошла посмотреть, как ему там одному. И вдруг начали происходить странные вещи. Да, вдруг стало где-то скрипстись в углу что-то, да, где-то какие-то шорох появился непонятный. И елка стала расти. А Клара как будто стала уменьшаться, да? Как будто она стала совсем маленькая, как игрушка, да? То есть стало происходить волшебство. А скреблись это мыши, да? Со всех углов вдруг полезли мыши. Естественно, Клара испугалась. И в этот момент происходит чудо, игрушки начинают все оживать, да? Открывается ящик, оттуда выходят оловянные солдатики, оживает Щелкунчик, который, скажем так, собирает всех игрушек для того, чтобы победить мышиного короля. Да. И что происходит? Происходит битва, да? То есть мыши бьются с игрушками. И что здесь произошло, кто знает? Нет, Щелкунчик еще не победил. Что произошло, Жень? Не помним, да? Да. Игрушки стали проигрывать. И тут вдруг выходит Щелкунчик и мышиный король. У них происходит дуэль, будем так говорить, да? Кто побеждает в дуэли? Щелкунчик. А с помощью кого он это сделал? С помощью девочки Клары. А что она сделала?
Она сняла тапочек со своей ноги, кинула мышиного короля, щелкунчик его ранил и вместе со своим пораженным войском удалился. Да? И Клара вместе с щелкунчиком скрываются в ветвях елки. Да? И тем самым попадают, скажем так, в волшебный лес, рождественский волшебный лес, зимний, да, крупными хлопьями идет снег, поднимается метель, и ветер подгоняет танцующие снежинки. Постепенно метель стихает, и в лунном свете искрится у нас снежок. Далее Клара вместе с щелкунчиком куда попадает? Волшебный город Конфитюрингбург. Это город сластей. Конфитюрингбург. Да? А там кто их ожидает? А их там ожидает фея Дрожже, принц Коклюш и все-все сказочные жители. И там у них что происходит? Праздник. По случаю того, что Щелкунчик победил мышиного короля, но самое главное, что с Щелкунчиком произошло? Он что, превратился в принца, конечно, в прекрасного принца. И поэтому в городе был устроен праздник, пышный праздник в честь Клары и Щелкунчика. Ну, вот такая замечательная волшебная история. Сейчас, ну вот тем более, к концу уже мы все вспомнили. Сейчас мы с вами посмотрим некоторые фрагменты. Это первый фрагмент, это будет вальс снежных хлопьев. Послушайте внимательно, потому что задам вопрос.
Музыку, посмотрели танец. Что-то необычное было. Да. Что? Музыка. Да, совершенно верно. Почему музыка такая загадочная? Потому что очень интересный инструмент звучал. Челеска называется. Кстати, этот инструмент тоже появился в России благодаря Чайковскому. Как раз таки в тот момент, когда он ездил в Нью-Йорк, да, на открытие концертного зала, он услышал этот инструмент и привез его в Россию. Инструмент называется челеста. Хорошо. Танец очень изящный, да? И музыка, вот как раз звучание этого инструмента напоминает хрустальный перезвон. Согласны со мной? Согласны. Итак, ну и следующий фрагмент мы с вами посмотрим. Это будет танец трипак называется. Русский танец трипак. Вообще Чайковский был воспитан на народной музыке, и поэтому народные темы он использовал в своих сочинениях. Да? А вообще по характеру танец какой? Веселый, задорный, да? Четкий, очень, ритмичный, да? Совершенно верно. Ну и последний фрагмент, который мы сегодня с вами посмотрим, это будет... Ага, вступай. Вальс. Нет. Нет, это будет вальс. Вальс цветов. Это вальс очень красивый, который, наверное, будет прославлять красоту и любовь.
этому балету очень-очень много лет, он все-таки является одним из лучших, да, балетов во всем мире. И до сих пор его ставят в театрах обязательно в канун Нового года. Так, ребят, вы знаете, я бы хотела вам задать вопрос. Что нового вы сегодня узнали на уроке? Что для вас было новое? Давайте так. Щелкунчиком? В смысле щелкунчика? С балетом? Ну, знакомые. Что новое? Может быть, какое-то слово новое услышали? Катя? Я услышала увертюру новую узнали. Так, еще? Что либретто сочинил Марус. Пятипар, да? Пятипар. То есть, в принципе, есть, да, что нового узнать, что-то интересное, да, было? А что для вас было больше всего, скажем так, интересное на уроке? Или что вам больше всего запомнилось? Посмотреть вальс. Ага, то есть снежинок. Вальс снежинок. Так. Мне понравился вальс феи. Феи Драже. А почему? Ну? Он спонкует. Там все так загадочно. Загадочная музыка. Вот. Так, еще, Катя. Мне понравился вальс цветов. Вальс цветов, совершенно верно. Ну что ж, спасибо вам за урок. До свидания.